Тоже на 12? Ну, как-то так. Сейчас я буду, ну, спущусь до 8. То есть более силовой получается, да? Да, я пропагандирую, ну не я, а я уже об этом миллион раз говорил, я человек из 90-х. Я всегда, для меня была икона, это Дориан Ярц. Тут палка о двух концах. Благодаря этому тренингу, такому тренингу, я добился того, что я добился. Но именно благодаря такому тренингу я получил массу проблем. Ну, травмы, да. Видишь, травмы. Силовой режим, то есть, понимаешь, тогда не было понимания того, что должна быть цикличность некая присутствует. Силовая там пампинг. Да, какой-то пампинг. Сегодня там дропсеты, стриптизы, завтра сел я, молотил, бери больше, кидай дальше. Бери побольше, кидай дальше. Ну, даяться это Менсер пропагандировал. Да, ну, так он же это не скрывает. Ну, он говорит, что я занимаюсь по Менсеру. Он всегда об этом и говорил. Собственно говоря. Кто тренируется, тот понимает, хотя мог меня обвинять в том, что надо было грамотно. Ой, вот не пошел я грамотно к тренеру, как многие сейчас делают. Ты делал сам все, да? А мне тогда пробы ошибок. Сколько килограмм? Ugh.